У нас сегодня стартует, уже как стартанула заключительная неделя. Что мы с вами уже прошли? Мы с вами на прошлой неделе рассмотрели массивы, циклы, методы, как-то форматированный вывод текста. Надеюсь, вы его полюбите и будете с ним работать. Сортировку рассмотрели. Сегодня мы с вами рассмотрим стринг. Мы его уже затрагивали, сейчас мы начнем его более плотно изучать. Класс, не знаю, самый такой, возможно, нужный. Это ссылочный тип данных. Вспомним, как создать строку. Какие способы есть. Способов много, но в основных несколько. Посмотрим методы стринга. То есть, чем отличается ссылочный тип данных от примитивного типа данных. Основное такое отличие. Ну, место хранения, да, скоростью. То есть примитивные типы данных, это с ними делаются в основном математические операции, которые щелкаются раз-два. Методов у них никаких своих нету. В отличие от ссылочных типов данных, с которыми такие обычные операторы не переопределены, но у каждого ссылочного типа данных есть свои методы. Вспоминаем там сканер, да? Сканера набор методов, считать строку, считать какой-то integer, считать double и так далее. У стринга тоже целый набор этих методов, и их надо выучить будет. Желательно 70% знать хорошо. Их там много. Ну, они используются всегда. То есть домашка у вас будет в основном по стрингу. И плюс мы еще с вами рассмотрим матрицы, то есть многомерные массивы. Своего рода, когда в массиве может быть не только какой-то тип данных, примитивный либо стринг, а еще и другой массив. Массив же это тоже тип данных. Почему бы его в каждую ячейку не запихнуть отдельный массив? То есть своего рода будет такая вот структура несколько сложнее для восприятия, но все будет хорошо. И завтра мы с вами еще рассмотрим рекурсию, какие-то тоже такие более-менее нюансы. Посмотрим, как мы успеем. Начнем мы со стринга. Вспоминаем стринг, вспоминаем, как его можно создать. Мы под конец прошлого урока с вами рассматривали методы стринга, способы его создания, точнее. Кто-то помнит, как они? У нас вик 3. Day one, да? Ну и продублируем string creation. Как создать строку? На первой неделе еще смотрели. Тест даже был потом. А, ну не стринг там что-нибудь. Но самое простое, это не стринг, это стринг. Все. Пишем свое имя, получаем, пожалуйста. Что если мы так делаем, получается, в чем отличие будет от примитивного типа данных? В визуализаторе. Правильно, он создается в хипе, а под переменной string creation. То есть у нас есть переменная name, мы ей приравняли какое-то значение, да, там Женя. В отличие от примитивного типа данных, под неймом хранится не значение, а хранится ссылка на это значение. Объект отдельно, да? Объект хранится в хипе, да, область памяти. И поэтому в основном, когда, ну, для стринга это не котируется, но в других случаях, давайте посмотрим, к
Какой мы еще с вами на прошлой неделе рассматривали ссылочный тип данных? Array тоже ссылочный тип данных. В чем будет отличие? Давайте даже создам не так, чтобы в визуализаторе показать. 1, 2, 3, 4, 5. То есть тоже массив создаем, переменную array, и она уже смотрит в область памяти heap. Там, где у нас есть массивчик. В чем будет разница, если я передам system.out.println name, lm точнее, и если я передам сюда array? В первом случае он напечатает переменную, то, что хранится по ссылке, а второй просто ссылку, адрес ссылки. Да, но это уже нюансы более-менее такие, дальше будем смотреть, почему так происходит. Но вообще, если вы передаете в system.out.println какую-то переменную, и это не примитивный тип данных, то она выводит на экран ссылку на эту переменную. Для того, чтобы она выводила какое-то значение, надо будет уже модифицировать этот ссылочный тип данных. В стринге это все сделано, стринг уже окончательно написан, и там уже программисты продумали, как это сделать, чтобы не выводилась ссылка. У меня еще был вопрос, у меня была фигня какая-то вот домашнее задание, какая-то ересь выводила. Вот это вот? Да, да, да. Вот, пожалуйста, ты передаешь на вывод ссылку. А я пытался там в Enter как-то записывать. Не, будет ссылка. Да. У нас есть, да, метод, ну, не toString. Что-то у меня не получалось, как не toString. Да, можно было бы написать свой метод вывода массива, ну, массив переводит в строку, либо просто вывод массива на экран. Мы же делали отдельно каждую ячейку. Ты берешь, смотришь каждую ячейку, ее поочередно выводишь на экран. То есть каждая ячейка — это своего рода не, тип данных. Не массив там был, там что-то у меня другое было. Ну, у тебя вот вывело вот такую вот штуку, ссылку на этот массив твой, когда ты его передал. Выводиться ссылка будет не всегда для массивов. Допустим, я создам массив не интов, а чаров. Да. А, сколько раз встречается там что-то такое, цифра в массиве. И вот у меня если я передам letter сюда, в отличие от array, у меня выведутся эти буквы. Женя, можешь на секунду? Это задание пятое. Надо ввести и в рандомном массиве сколько раз он встречается. В рандом array. Ты передаешь ссылку, а вот чтоб тебе вызвало ссылку. Thank you.
тебе вернул и просто канул мета. Он у тебя данные вообще не сохранились. То есть они у тебя сгенерировались и где-то пропали. Ты их не перехватил никак. Так вот, возвращаемся. Если я создаю массив символов и передаю его в отличие от инта в систему от println, у меня выводится значение, а ссылка не выводится. Почему так? Это как бы такие неявные операции в Java. Массив символов при передаче в систему от println неявно преобразуется в строку, в string. Даже есть, ну, почему это происходит? Потому что есть такой конструктор стринга. Стринг можно как еще создать? Помимо первого способа, это будет у нас первый способ, да? Второй способ создания стринга. Давайте назовем его world. Слово будет равняться new string. Да? Похоже на мета чем-то. Вот эта вот штука называется конструктор. То есть стринг — ссылочный тип данных, который создает, при создании какого, кого вы создаете объект. Чтобы создать объект, нужно вызвать своего рода метод, который, ну, называется конструктор. В этот конструктор вы просто передаете массив символов. Таким образом, можно получить еще один из способов создания стринга. Еще один способ, такой вот плохой, тоже через ключевое слово new, string, там, давайте так, Артем. Оно даже желтым выделяет, но говорит: чувак, не делай так, это нехорошо. Почему так нехорошо делать? Да, давайте это не Артем, а Женя. У меня уже есть Женя. Чтобы показать на примере. А, может, это вот раз ты показывал, по-моему. Да, я вам это уже показывал, но просто реально запомните, что он так. Создает рядом такой же объект Женя, получается, да? Да. Еще один. А он говорит, что тебе не надо. Я создам еще. У меня есть три переменные. Name, name 3 и name 2. Да? Name я создаю таким вот способом. Name 3 создаю так же само, как и name. Name 2 создаю таким вот, через new string. Плохим способом. Его надо помнить и так не делать. Ну, да, желательно. Есть такая книжка хорошая, Джошуа Блох, Effective Java. Там подробно описывается, как, что нужно делать, как, что не нужно делать. И там этот способ тоже указывается, как нежелательный. Вот, мы создаем переменную name, присваиваем ей значение Женя, переменная, ссылка ее смотрит на этого Женя. Идем дальше. Создаем name 3, и Java такая пробегает, смотрит: о, у тебя же уже есть такая переменная, точнее значение под переменной Женя. Зачем я буду ее дублировать, если можно использовать ее же? Да. Строки, они чем-то похожи на массивы. Если в массиве нельзя изменить размер, да, то строку, по сути, нельзя изменить. Ты создашь новую строку. Та строка у тебя в памяти будет существовать. Нет, я имею в виду, ссылка на name 3 поменяется? Нет. Просто останется Женя, а это запомнится будет. Да, абсолютно верно. Ну, сейчас я покажу в следующем примере. То есть, если я использую конструктор такого образа, то у меня Женя дублируется. Хотя, по сути, сам стринг написан так, что вы его изменить не можете. Поэтому как бы дублирование, оно разрешено. Ну, не то, что его нельзя, ну, не надо его дублировать, да, но неэффективно совсем. А по поводу того, если вот у меня есть name, name 3, да, я потом изменю name, да. Я скажу, что name теперь у меня будет Артем, да? Что произойдет? Создаст объект Артем и засунет его name.
Да, он создает объект Артем, а потом кидает ссылку на него, присваивает name. Все. Женю он не трогает. И по сути, смотрите, что бы происходило, в чем нюанс. Если бы не было даже вот этой вот строчки кода, да, вот, если бы не было создания name 3. Ну понятно, он потеряет просто связь с ключи. Да, как бы и связь вообще не останется, а потеряется. Связь потеряется, и типа есть такая штука, как garbage collector, правильно? Mm-hmm. Который, по сути, если мы теряем ссылку на какой-то объект, он приходит и почищает. На самом-то деле он не такая уже супер крутая штука, которая моментально убирает за вами мусор. Она может за все время работы программы ни разу не вызваться. Вы можете ее явно вызвать, но она тоже может не прийти. Если и такое бывает. Да, оно как бы будет занимать память. Такой вот нюанс. Вы не думайте, что вы не можете доступиться до этого объекта, да, но он в памяти где-то еще висит. А проводить как-то через метод или еще как-то память? Нет, такого нет. Ну, есть этот garbage collector, который, да, если память перегружена, он придет и почистит. Да. Но он не делает так, что вы ссылку убили, он пришел, удалил. Такого нет. То есть он либо придет один раз, либо не придет. То есть, по сути, если взять, например, вот честно, там какой-то зловредный пользователь решил на Java сделать перегрузку, он может, в принципе, создать целую кучу массивов, перегрузить их сам Azure. Память перегрузить? Не, не получится, Java упадет. Да. Ну, то есть, а если он, собственно, этого и добивается, чтобы упал тот же runtime? Это можно? Место надо бить, которое такое позволяет. Да. Не, ну физически это возможно, то есть, теоретически. Да, все возможно. Смотря кто код написан. Да. Ну, да, это вот то, что по поводу создания стринга. Мы помним, что есть ссылки, какие смотрят у нас уже на какие-то значения. Потом методы, да. Мы с вами в прошлый раз смотрели какой-то первый метод. Такой, я бы сказал, один из самых нужных. Мы начнем с его повторения. Кто помнит, что это был за метод? В стринге. А что-то было, да? Что-то было. Вспоминаем отличия примитивных ссылочных типов данных. Допустим, у меня есть int a равняется 5, int b равняется 6. Ссылки мы сравнивать не можем, да? Да. Что хранится в примитивных типах данных под переменными? Значения. А в ссылочных типах данных? Ссылочных? Ссылка. Как Сталин, да? Сказал. Ссылка. И допустим, у нас будет name 2, name 3, new string. Вот так вот. Давайте даже приравняем их. То есть, ну тут выведет true. Это понятно. Как ни крути, но. А ссылки они уникальные? Ну, типа, на одно и то же будут разные ссылки или одни и те же. Если ну, name 2 и name имеют ссылку на одного и того же Женю. Да. У них ссылки одинаковые или да, они конечно. Уникальные создаются? Не-не-не, они одинаковые. Одинаковые. То есть мы, в принципе, когда создаем не... name и name 2, это будут две одинаковые ссылки, выведет true. А с newString Женя это уже будет другой объект. Поэтому... Это знаешь, как пример можно привести. Вот, гиперссылки, да, под ними какой-то там адрес страницы написан. Но мы можем их прятать за каким-то текстом, грубо говоря, в
какой-то текст выделить и засунуть на него гиперссылку, да? Так вот, это два разных будет слова, но у них будет одна и та же самая гиперссылка. Вот, и мы будем сравнивать эти гиперссылки, то есть ссылки на какого-то Женю. То есть, по сути, да, мы можем сделать такую вот штучку. Нет, если name и name 2 мы сравним, то выведет true, правильно? Абсолютно верно. То есть, поэтому как бы сравнивать... Если с name 3, то уже нет, потому что новый объект. Сравнивать стринги вот таким вот способом можно, но это опасно тем, что если бы, да, если они были чуть-чуть по-другому созданы, что получится, если я сделаю, по сути... name равняется name 3, то у меня выведет тут true, тут будет false. Хотя по сути данные что одинаковые, да? Почему так произошло? Банально из-за того, что вот name одна ссылка, а name 2 был создан вот таким вот образом, да, через new, совсем другая ссылка. Хотя смотрят они, ну, тут это, конечно, давайте берем тут комментарий, так сделаем. Вот, name и name 3 смотрят на один объект, и эти ссылки, они одинаковые, если их сравнить, сделать вот эту вот операцию, вот, сравнение двух ссылок, да, то она, ну, все будет одинаково, и выведется true. Но по сути, если мы будем сравнивать вот эти две ссылки, любую из них с name 2, то она уже будет разная. Хотя мы на самом-то деле будем думать, что мы сравниваем содержимое какого-то стринга, но мы будем сравнивать просто ссылки. Как сравнить содержимое? Чтобы сравнить, да. Специально, да? У стринга есть свои методы. То есть их целый набор. Это string точка и там что-то. Да, ну не string точка, name, вы создаете какой-то объект. Это как сканер. Помним? Надо сканер. Сначала создать. Да, вы должны иметь уже какую-то строку, и эта строка уже умеет делать свои методы. То есть этот string, вам уже явно его надо либо создать таким вот способом, либо вот таким вот способом. Вы сначала его создаете. Ставим, да? Да. Мы можем вызвать name. Точка, и вот перечень методов. Equal какой-то, ну, да, абсолютно верно. Метод equals у меня первым выбивается. Он принимает в себя что-то. В нашем случае мы будем string со стрингом сравнивать. То есть я хочу name сравнить с кем-то. В ссылках я указываю, с кем его сравнивать. Да, name 3. То есть метод что делает? Смотрим на его сигнатуру. Public boolean equals принимает какой-то объект. Объект у нас string является объектом. То есть мы создали новый объект string name 3. И возвращает нам какое-то булевское значение. Одинаковое ли это значение, которое мы передали с тем значением, которое вызвало метод, либо не одинаково. То есть либо true, либо false. Чтобы эту штуку теперь вывести, нам надо ее к чему-то присвоить, да? Первое, да, мы можем либо присвоить или сразу булеану, да, назовем is equal, и потом мы просто выведем его на экран. Либо сразу сюда в systemout.println передать вот этот метод. Зависит от ваших потребностей. Если вам надо использовать будет эту переменную, то вы ее заводите. Если вам надо единожды просто вывести на экран, сразу передаете ее в systemout.println. Все делается от ваших целей, то, что вам нужно сделать. Одно значение переводится, или получается в слове name, это как бы сравнивается. Первая часть, да, я понимаю, с тем, кто скопал. Ну, name это метод, я понимаю. Да, name нет, name вот. Name это string. Это... По сути, в той точке создается метод для проверки его там. Смотри, у нас есть, мы создали name, да? Name это переменная. Это переменная, в которой хранится ссылочный тип, да? Объект какой-то.
ссылка на объект. Вот я так его даже назову object. Какой-то объект. То же самое у нас было и со сканером, помним? Сканер, он тоже создает какой-то объект, который умеет что-то делать. Ну, сканер это уже метод какой-то, да? В сканер это объект, у которого есть перечень методов. Там next line, next int. Так дальше. Он умеет что-то делать. Со стрингом та же самая ситуация. У него тоже есть этот перечень методов, которые он умеет делать. Там equals, там compare to и так дальше. Целый набор. То есть это не просто данные, которые там хранятся, но это еще и данные, которые умеют работать. Они могут себя сравнить с кем-то. Они могут себя преобразовать как-то. То есть вот такие вот нюансы умеют делать. То есть у них тоже есть набор методов. С чем еще можно сравнить? То есть это не просто вот как это листочек, на котором записано какой-то текст. Это своего рода такая вот маленький компьютер, в котором есть текст, который можно изменять и что-то делать с ним. То есть мы смотрим уже на этот более-менее такую мини-компьютерную систему. То есть смотрите, если мы вот так вот сравниваем, получаем true. Вот наш объект name. Что он еще умеет делать? Метод length. Как вы думаете, что он делает? Количество символов. То есть вот что он возвращает. То есть, если мы хотим узнать length, можем либо... А в скобках он ничего не принимает, да? А зачем? А что ему надо принимать? Он уже смотрит, он вызывается из-под какой-то строки, его вызывает строка. И эта строка уже говорит про себя данные. Я могу, допустим, system out.println забить вот name.length. Да. Сразу вывезет символ. Да, либо так вот можно сделать. Поместить переменную. Угу. Ну, переменную как? Если тебе надо будет использовать дальше эту переменную, ты заводишь перемену. А если тебе нужен просто вывод, это, да, пожалуйста. То есть, name, claims. Точно так же и в первом, там где Boolean, я могу просто ввести, да, с этим. Абсолютно верно. То есть вот я даже напишу. Один способ я оставлю, то же самое я сделаю здесь. То, что закомментировано, это эквивалентно тому, что не закомментировано. Либо так, либо так. Просто уже думайте, надо работать с этими данными или нет. Если вам с данными работать не надо, вы их выводите в консоль. Если с данными нужно работать, вы их сохраняете в какой-то переменной. То есть пока существует переменная, покуда у вас есть эти данные. Как только переменной нету, то есть вы ее как-то обнуляете, вы теряете эти данные. Какие еще полезные методы можно использовать? Name, допустим, substring. Можно принять два параметра, либо одно число, либо два числа. Если одно число называется begin index, если два числа begin и end index. Substring, сигнатура, возвращает нам какую-то строку. То есть у нас есть строка наша name, да? И мы ее можем обрезать как-то. Если мы передаем только один индекс, она нам говорит, обрежь нам начиная с этого индекса до самого конца и оставь только какую-то часть, то, что осталось после обрезки. Так он передок убирает, получается, всегда.
Да. Когда одно значение. Ну, давайте создадим какую-то. А если мы не попали в диапазон? Сейчас посмотрим. Какое-то слово у нас будет. Hello, да? Да он же Женя у нас уже. Да, зачем обрезать Женю? World substring, допустим, от 2. Единственное, что надо это куда-то присвоить, это значение, да? Ну и выведем его на экран. Что оно сделало? Оно нашло второй индекс. Да, это L. Нумерация с нуля, не забываем. То есть H под номером 0, E под номером 1, L под номером 2. И начиная с этого символа и до самого конца, оно выводит весь остаток. Если вы хотите таким образом изменить слово, то есть перезаписать слово world, да, word, точнее, то мы должны сделать вот так вот. Если вы сделаете без перезаписывания вот так вот, таким вот образом, да? Переменная останется такая же. Да. Значение переменной останется такое. Просто результат. Да. Оно вам что-то сделало, что-то вернуло, это как ты вот это вызывал array utils и не присвоил. Вот банальный пример того. Mm-hmm. Не забывайте присвоить. Либо этой же переменной перезаписать, либо новую переменную создать. То есть не забывайте присвоить данные. То есть либо перезаписывайте, либо создавайте новую переменную. Так, помните? Надо попробовать сейчас это, если мы не попадем в диапазон. Здесь поставить цифру 6 на все. Матюки. Матюки. Ошибка, да? На что похоже? У нас уже была такая похожая exception. Да. Тоже там был array index out of bound exception, тут string index out of bound exception. То есть ты вылез за пределы. А он еще показывает, насколько ты вылез, да? Вот это минус 1. Походу да. Не, 7. А? 7. Пятерочка, он просто ничего не выведет. Потому... Не, у меня было 6, то есть на единицу. Пятерочка. Семерочка, наверное, просто ничего не видно. Да. А семерочка, не можно покажет? Да. То есть второй пример это... Давайте я создам лучше. String. Substring. И тут... Второй пример это substring по двум значениям. Индекс начальный и индекс конечный. Uh-huh. Притом конечный индекс он не входит в диапазон. Помните, как квадратная скобочка и круглая скобочка. Uh-huh. Да. То есть string substring 2. Допустим, у нас есть слово. И мы его хотим засабстрингить. От 0 и до 0, 1, 2, 3, до 4. Да? 4 это буква О. То есть она, по идее, не должна вывести. Проверяем, что у нас выведется на экран.
вывелся hell. Такое вот. То есть четверочка не входит. Как вариант, да? Там квадратные и круглые скобочки. Старт. End. То есть старт входит, включается в диапазон, end не включается. Какие еще полезные методы у стринга есть? Вот здесь у него переставляемый ну, в методе нету, но вы это можете делать сами, написать. В принципе, разложить массив. Разложить массив. Ну это, ну как, это будет новая стринг создается просто. Блин, ну. Изменить, смотрите, стринг сам не изменяется. Ну, как бы объект уже работает. Да, объект есть. Вы просто создадите новый объект. А это же мы можем также bubble sort, например, как и сентами, да, то есть если стринг раз. На массив и, например, в алфавитном порядке по поводу разбить на массив метод tochar array, угу. Что нам возвращает массив чаров, то есть мы можем его, например, в алфавитном порядке отсортировать сверху, да? То есть char letters, пожалуйста, вы получили какой-то char. Давайте посмотрим. У нас есть array utils, да? Mm-hmm. И там есть print array, который можно запихнуть чары. Как называется, когда мы один метод принимает разные аргументы? Перегрузка. Mm-hmm. Что значит ух ты? Ты я присутствовал забыл. Туда. Я забыл, говорю, ух ты, что он помнит. У меня просто оно так не откладывается хорошо. Ну вот он, по символьно. Hello. То есть мы взяли слово, перевели его в массив. Увеличили межбуквенный интервал. Ну это такое же, да. Вывод на экран. Можно по-разному обыграть, уже логика сама пишется. То есть получить массив. Хорошо. Что у нас еще можно сделать со словом? Uppercase. А ну все эти капслочит? Все капслочит. Я не буду его никуда присваивать, а сразу выведу. То есть на экран, пожалуйста. Оно его не перезаписывает. А что такое local-local он пишет? Ну, есть то uppercase и сколько там local-local. Local-local. Ну, когда ты точку ставишь, выбираешь то uppercase и два. Локаль слепо надається, куда ти розташовуєш. В різних локалях по-різному тебе відображення. А, в разных точках. Ти можеш прив'язати його к какому-то там класу или. Ні, ти можеш прив'язати до певного якогось регіону, наприклад, з Франції, з України, no. З Росії, з Америки. А куди підтягується цей локал? Це з твоєї системи. В твоїй системі є система якась мова стандартна, наприклад, англійська. Да, або там українська, такою встановлюєш. Так, по дефолту його. І ти вказуєш цей локалізатор, типу, да? Так, як ти хочеш перетворити, бо там різні символи по-різному буде перетворити. Наприклад, в Америці число з плаваючою точкою пишеться через точку саме. Да, у нас число з плаваючою точкою пишеться через запитую. Ну я сам як ту апперкейс він через локаль просить, мені самому цікаво, наприклад, я не знаю, чи. Если есть то uppercase, то логично, что есть еще и то lowercase. Все убивает нижний регистр. Что у нас еще будет такого интересного и нужного? Char add. То есть принимает какое-то интовое значение индекс
возвращает какой-то char. Как мы думаем, что он делает? То есть возвращает какой-то символ, который хранится под индексом, который вы передаете. Ти структуру тут не треба вивчати це. Ти, наприклад, думаєш, так, методи стрінга, де можуть знаходитися? В стрінгу. Все, заходиш і шукаєш. Я, наприклад, методів не пам'ятаю на ісусі, я, в принципі, приблизно знаю, що там якісь отакі. Ні, ну, треба хоча б розуміти, що воно може. Ну, це да. Ось це ти знаєш? Так, так, так. Ну, это все практика. То есть вы делаете, делаете и вспоминаете. Так, я же там когда-то делал это, значит, он умеет это делать. Потом. Equals, substring, length, contains. Какой-то char sequence принимает. Последовательность. Последовательность символов. И возвращает либо true, либо false. Да? Допустим, я хочу спросить, есть ли в моем слове такая вот последовательность? Есть. А если я изменю регистр? False. Да. Дальше смотрим. Starts with. Нет, смотри. Метод булевский, либо true, либо false возвращает, принимает какой-то string, префикс. То есть префикс, он спрашиваешь его, передаешь, какой, такой начинается ли он с такого вот последовательности. Либо true, либо false. То есть регистрочувствительный метод. Можно вызвать префикс и что-то там еще, да? Можно. Сейчас. End with. Префикс. Тофсет какой-то. Спросить, заканчивается ли на какой-то определенный. А, это endless. Да. А вот этот, смотри, есть starWith, и там два параметра. Префикс и topSet. TopSet. Это второй старWith. Вот. Это место. То есть откуда он начинает смотреть? Це треба підвіснути, я хочу не старші стічки, от старша символа перевіряти старт віз, а старт віз перевіряти стречуси. Якщо ти чуєш офсет, то офсет це зміщення. Звичайно, зміщення вправо для того, щоб казати якісь речі. Тобто як посмотреть? Либо заходите в сам метод, Ctrl, переходите, і над кожним методом. Считаєте. Префікс, префікс. Offset where to begin looking in this string. Пожалуйста, дальше. Также можно еще заходить на doc Oracle и там тоже читать. То есть как искать по вашему библиотеке подключенной вот этой вот external libraries. Нажимаем Ctrl-N и пишет, введите, пожалуйста, название имени класса. Да, единственное, что тут надо поставить галочку, включая классы
не ваших проектов. Да. Либо ставите руками, либо снова Ctrl-N, потом вбиваете string. Но вам сразу помогает, жмете Enter, оп, и перешли. В стринге тоже можно поиск по методам отдельно. Ctrl F12. Пожалуйста. Все, жмете на какой-то. Раз. Ctrl-N, это что это? Поиск, да. Поиск по классам вашим, джавовским. Так, давайте еще пару методов посмотрим. Ctrl-12, это поиск. По методам, да. Допустим, world compare to. Допустим, у меня есть string hello, я хочу создать string word 2 и назвать его hello. Да? Один символ будет отличаться, он их сравнивает. Передам сюда world 2. Метод compare, давайте посмотрим. Тоже будет. Нет, вот он. Давайте даже посмотрим через Jokor. String. Посмотрим метод. Compare to. Принимает какой-то string, another string, возвращает int, сравнивает две строки лексографически. Насколько символы они отличаются? Типа? Он смотрит, ну, в алфавитном порядке, какой раньше, какой позже стоит. То есть, ну, вот сортировка, допустим, bubble sort, да, наша, мы сравнивали числа, а этим методом можно сравнить, допустим, два слова. Ну, в алфавитном порядке отсортировать, используем этот метод. 14 вывел. Что 14? Что с ним делать? Смотрите. Я нажал на compare to, и мне перевело, и тут читаем все, что он делает, да? И вот что метод возвращает. Возвращает 0, если две строки одинаковые. Значение меньше нуля, если строка лексиграфически меньше, чем аргумент, который мы принимали. Помним, что каждый символ, char, да, он имеет свой номер. Вот ASCII-таблицу вспоминаем. Там, у каждого свой номер. И по сути, если у A там 95 номер, допустим, да, у B 96 номер. Если я сравню A и B, что я, она показывает разницу, но от А отнимет Б и покажет минус 1. Минус 1 показал. То есть разницу в этих символах. Как оно? Сначала сравнивает первый символ. То есть раньше, если символ раньше, то плюс 1. Да. То есть какой больше? То есть у нас есть, смотрите. Variable 1, да? Compare to. Variable 2. Он же аргумент, так как метод получает аргумент. Идет какой-то return какого-то числа. Допустим, variable 1 у нас c, a.
Вариабл 2 c, c. Как идет сравнение? Грубо говоря, идет сначала первые символы сравниваются. C compare to C. Символами сравниваем. Больше или меньше, да? Но C равняется C, в принципе, да? Поэтому первое будет результат 0. Перешагиваем, сравниваем A и C. То есть мы от A отнимаем C. A у нас 95 вроде, C у нас 97, не помню. То есть вывод будет минус 2. Это значит, что это слово лексиграфически опережает аргумент. То есть, по сути, сортировка. Как мы напишем нашу сортировку? Ну, давайте в следующей переменке я вам покажу, как отсортировать слова пузырьком. То есть мы возьмем нашу пузырьковую сортировку, заточенную под инты. Да, а я сделаю их для стрингов. Чуть-чуть модификации маленькие, и все. То есть это метод... По сути, сортировка будет по результату вот этих арифметических действий и сравнений. Да. С compare to надо быть аккуратным, так как символы по регистру тоже имеют разный код. То есть А большое и А маленькое, там они разные по коду. А большое там 65, мам. Но оно в ASCII коде идет. Да. То есть надо их сначала запилить к какому-то регистру, а потом сравнивать? Не обязательно. Смотря что, какую ты цель преследуешь. Если ты хочешь сравнить тупо на идентичность, даже по регистру, ты используешь метод compareTo. Также есть метод compareTo ignoreCase. А, игнорировать верхний и нижний регистр? Да. То есть, по сути, если у меня будет тут hello, hello, да? Единственное, что hello будет большая, то первый у меня вернет там минус какое-то число, а второй у меня вернет 0. Ну, 32, по сути, количество букв. А мы, и ты 0. Хочешь, например, модифицировать bubble sort через compareTo или с разбивкой на C? Через compareTo. А у нас переменка сейчас будет. Да. Ну, зачем? Разбивка на массивы — это дополнительные затраты времени. То есть уже кто-то, вот этот метод compareTo, он уже работает с разбивкой на массив. Уже кто-то его написал. Зачем нам заново его писать? Не, если мы можем без compareTo, в принципе, обойтись. Но это будет дольше, да. Ну вот вам compareTo. Ну, тупо смотрит lens 1 и lens 2. Ищет минимальное слово для того, чтобы, ну, пробегаться. Если мы будем шагать по максимальному слову и доступаться, сравнивать этот номер у минимального слова, мы можем схватить exception, array, ну, index out of bound exception. То есть берем, создаем массив v1, который будет равняться нашему значению, и массив v2, another string value. То есть мы вот разбили наши слова на два массива, как ты и хотел, массивы символов. И, пожалуйста, пробегаясь по этому массиву, ты сравниваешь, равняется ли c1, c2. Если они не равняются, то ты ищешь символ какой-то, какой больше, то-то, и потом его возвращаешь, вот length. То есть вот, ну, вот весь метод compareTo, как он написан. В принципе, можно... Можете тупо зайти и читать их, пытаться. Но некоторые методы просто сложнее, он в себе еще какой-то другой вызывает. То ну, есть метод еще и в методе может дополнять еще какую-то... Да, конечно. Например, как цикличный какой-то нюанс, можно посчитать, передать его сюда. То есть в методе может использоваться другой метод, вот смотрите. Вот лимит использует метод MassMin, ищет минимальный из двух ленсов. Все. Это же тоже метод, его использует метод. Там метод min, вот он, переходите по гиперссылке, вот вам весь код. Тернарный оператор, спрашивается, а меньше, чем b или равняется? Если да, возвращаем a, если нет, возвращаем b. Все, тут как бы ничего сложного нет. Вот описание метода, что он делает. По сути, вот там
где задачка на первой неделе можно было с помощью этого метода. Да. Ну что, Оксана, по-моему, метод Max так использовала, да? То есть тут ну, ничего сложного нет. Давайте отдохнем и продолжим. Еще пару методов потом рассмотрим, сортировку сделаем, массивы многомерные рассмотрим. Давайте минуток 10 отдохните, переварите все. Бренность бытия. Давайте продолжать. Да, методы. Стринга парочку еще рассмотрим. Такие самые необходимые. Вот эти вот методы, что я сегодня вам дам, их желательно выучить. Остальные. Такой метод конкат. Помним конкатенация, что такое? Плюсик. Вот вам, пожалуйста, метод. Вот этот метод плюсик, это перегруженный метод конкат. По сути, вы получаете world, у нас там hello, да? И можете что-то сюда добавить. Можете либо переменную передать, либо там сразу в стринге. А можно еще раз так перегрузить? Нет. Вот это вот единственное, когда он перегружен, это вот так вот. То есть в плюсах, да, там все делается. Тут нет, тут никак ты не делаешь. Единственное, вот он перегружен, вот этот. Да, вот это вот минус такой большой. Да, это конкатенация. То есть. Это мы добавляем просто к слову. Знаешь, штуку какую-то. Угу. А, можем с пробелом. Ага. То есть тоже не забываем переписывать. Ну, перезаписывать, либо пересваивать другой переменной. Это просто единожды он вывелся, стринг вернулся, и этот стринг мы сразу передали в System.out.println. Вот почему он вывелся здесь. Mm. Вот как надо было писать свою первую программу. Ну вот индексов еще можно посмотреть. Принимает какой-то char. Допустим, там L, да? А он и string, и char может, да? String. Потом смотрите, у меня две буквы L, да? А он пишет, сколько раз встречается? Нет, номер, индекс, только первый, который встречается. То есть ячейка, ну, грубо говоря, место по порядку получается, да? Да. Ну, либо второй вызов с индексом, начиная с какого-то индекса, я смотрю. У меня есть L под вторым индексом, L под третьим. Я сразу говорю, смотри мне, начиная с третьего индекса. Есть еще last index of. В принципе. Тут выведет 2, тут выведет 3. Смотрит с конца. То есть последний символ L под каким индексом у меня спрятан. Потом бывают ситуации, что там вы получаете какое-то, вот у вас есть слово, да, где наше hello, там кто-то вел пользователь, вел его с пробелами, да, по сути пустой текст, пробела нам не надо, нам надо чисто содержимое получить. Что можно сделать? А? Ну, есть метод trim, он обрезает. Пожалуйста. Взял, обрезал все пробелы по бокам. Тупо. Но он только по бокам режет. Ну, в
принципе, это вроде бы будет достаточно на первое время. А из empty это наполнен ли он чем-либо на string, да? Да, ну, replace. Old char, new char. А, какую-то букву можешь, или все буквы такого же значения? Replace all, да. То есть сплит, да, разбить. Допустим, у нас есть этот хороший метод, на нем и закончим. Даже правильно написал. У нас есть какое-то предложение, да? А вы хотите работать со словами, да? Вы хотите выделить из этого сентенза какие-то слова. Метод split возвращает вам массив стрингов. Я хочу разбить его по пробелу. Ну, вот ваш массив, по сути. Ну, тоже в виде массива вывелось. Давайте сделаем проще. Sout. Должно быть май. Я вывел просто words. Java long string. Может быть еще вот такой вот случай. Говорите, я хочу разбить по такому вот разделителю. Оно разбило на две ячейки. На hello и my name is Vova. Видите, разделитель вы указываете сами, выбираете. Если пробел, то просто пробел. Если чисто запятая, то запятая. Если запятая с пробелом, то ставите вот так вот. То есть это метод split. Print. Смотри, у меня... А ты выводил какой из единички вот это words? Да. И что у тебя выводит? У меня какой-то мальчик. А ты в систему вот println передаешь? Да. Вот так вот? Да. А что такое words? Массив. Это ссылка на массив. А что так у тебя вывелось? Подожди. Так я ж передал ячейку. А. Если я передам... Вот так вот у меня выведет тоже матюк. А мне что-то показалось, что вот. У тебя вывелось нормально сначала. Пожалуйста, матюк. Угу. Если так, я передаю ячейку. Worlds это... у меня есть предложение. Я его методом split разбиваю на массив слов. И разбиваю его по пробелу. То есть я иду, пробелчик. Это запихнул в первую ячейку, это во вторую по пробелу, в третью, в четвертую, в пятую ячейку. А можем принтеры сделать, да, например? Да. Ну, он выведет, он же не через запятую, то он покажет типа, то же самое. Hello, my name is Vova. Если бы там, ну, как-то по-другому вывести, то да. А так просто выводим ячейку.
Это то, что касается стринга. Хорошо, если типа запятую не знаю, да? А запятая, кстати, нельзя, может быть, пробелом на коде. Да. Но тогда у тебя слово будет, пробел будет восприниматься не как разделитель, а как часть слова. Uh-huh. А, то есть надо ее обвязать пробелами с двух сторон, чтобы воспринималось как разделитель. Ну что, у тебя же пробела перед запятой нету, пробел uh-huh. после запятой ставится всегда. То есть как есть, так и есть. Ну, то, как ты хочешь, это уже такое. Хорошо, ну, вот эти вот методы, что здесь есть, их, пожалуйста, выучите. Наизусть. Сколько их тут? Ну, пятнашка будет, да, может. Может, меньше. Но их надо знать. Так, дальше. Да, сортировку нашу. Заходим в пузырьковую сортировочку. Array. У нас в Array делся, да? Да. Array utils, bubble sort. Bubble sort. Единственное, что я ее хочу заточить под стринги. Да? Делаем перегрузку. Я его скопировал, перегрузил. И он у меня сразу подписывает. Говорит, чувак, ты не можешь ссылочные типы данных, которые кроются в ячейках, сравнивать как примитивными. Такими вот. Вот эти вот операторы сравнения, они свойственны только для примитивных типов данных. А массив стрингов кроет все стринги, да? А стринг — это не примитивный тип данных. Стринг надо сравнивать по другим параметрам. Как мне переписать вот этот вот код для стринга? То есть как сравнить два слова, какое больше, а какое меньше. Ну, что-то что используем. Array i, да? Compare to array i плюс 1. Оно мне возвращает интовое значение, да? Если это больше, чем это, то какое число должно быть? Отрицательное или положительное? Если какое больше, чем что? Второе больше первого будет отрицательное. Не, если первое больше, чем второе, то будет плюсовое. Плюсовое. Если это больше нуля, то мы делаем swap. Единственное, что меняем тут string. Не хочет, да? Ну, там через много. Что не хочет, потому что вот так вот надо. Вроде все, да? Как проверить? Ну подожди, подожди. То есть мы сравниваем два слова. То, что у нас находится в ячейке нулевой, допустим, и в ячейке первой, да? Если эта ячейка лексически должна находиться второй, то есть если она больше, значит при compare число будет больше нуля, правильно? И мы говорим, если это так, то пожалуйста поменяй ячейки местами. Ну это у нас операция меняния. То есть мы по сути поменяли только вот эту вот строчку кода, потому что нельзя ссылочные типы данных сравнивать так. Мы в итоге сравнили два ссылочных типа данных, получили какое-то интовое значение, а потом его уже с нулем сравнили. Так можно делать. То есть на выходе мы получаем примитив, который сравниваем с нулем.
И поменяли только переменную тип данных темпа, не int, а string, так как мы временно у нас будут стринги храниться. Чтобы это все протестировать, тест string sort создаем какой-то массив, будет array, и сразу какие-то данные в него запишем, да? Что там будет у нас на русском, пускай будет. Яблоко. Не, давайте на английском. Так интересно. Ну, вообще, лучше использовать все на английском, ибо вы так лучше учите английский язык. Старайтесь там. Да, я понял, что я понял. Я ж хочу, чтобы оно было в разном порядке. Orange. Там какая-то cinema, да? Есть. О том, что мы сделаем. ArrayUtils. Print array. Единственное, я хочу, чтобы у меня оно стринги чуть-чуть по-другому выводило. Хай каждое слово с новой строчки выведет. А что ты там делал? Я сказал, чтобы оно мне string массив выводило каждую отдельную ячейку на новой строчке. Все. А не через пробел. А это как print? Не, string как было. Да? Я сказал println, убрал этот пробел, ну и убрал уже эту штучку, так как у меня перенос есть. Короче, пустяк. Хорошо. ArrayUtils, bubble sort, принимаем array. Ну и в конце выведем этот array на экран и посмотрим, что у нас получилось. Было Zoo, Apple, Orange, Cinema, стало Apple, Cinema, Orange, Zoo. То есть, в принципе, отсортировалось. Плохо. Почему? Так, нагляднее. Сортировка у тебя так выглядит? Та же самая пузырьком, просто надо было if изменить. Ну, array.compare, то array и плюс один больше нуля. String tmp, все то же самое. Все то же самое? Ты его тестировал?
Ну, это такая сортировка. То же самое можете делать с любой сортировкой. Просто условия вы теперь используете, сравниваете ссылочные типы данных методом compare to. Если надо, не учитывая регистр, то просто делаете ignore case. Так у вас регистр чувствительная программа. Если будет, допустим, что я имею в виду, какой-то Apple, то она его отсортирует по-другому. Но видите, в конец запихивает. Потому что там, да, ну, наибольшее считает. Но верхний регистр типа с меньшими значениями. Так что вот так вот. Сделаем мы compare to ignore case. Это можно еще один сделать метод и назвать его bubble-sort ignore case какой-то. Все, так вот. Ну, типа того. Ну, это уже такой нюансы. Так. Это как-то уже раютился этот деребанить, потому что он уже на 500 страниц остается. Да ладно, что? Ну, нормальный потом, метод. Потом группируется. Не, еще то, что домашки делаешь там. Не, ну так, ради бога, а стринг сколько методов? Все же в одном классе написано. Да? Конечно. Ну так вы знаете, что работа с массивами у вас в этом классе. Reutils, точка, метод, пролистали стрелочки, все. Можно будет свои библиотеки потом создать и подключать их. Вы сейчас, я так понимаю, просто так и делаете. На флешечке имейте. Все свое. Все готовое. Никто, блин, не использует эти, заново не пишет. У всех есть флешечка магическая, на которой откуда все копируется и все. Никто с нуля всякие там properties или всякие файлы такие не пишет. Все, знаешь, вот это работает. И никто не хочет заморачиваться над этим писать. Даже можно один символ не там поставил и все. Потом. Ну, ищется это все, конечно, но время тратится. Так ты знаешь, у тебя рабочий код есть, почему бы его не использовать. А, то есть где-то его уже попользовал, проверил, что он конечно. Создал его и все. На Enterprise там же вообще все настроено. Там одна строчка кода выполняет там все, что тебе надо. Так, по поводу домашки. На завтра. Да? Когда да, завтра на. Нет, завтра на 11. Я просто вечером уезжаю, так что вечером никак. Coding bed наш array мы уже должны были сделать. Array 1, array 2, array 3. Да, вот есть string, string 1. Классная тренировка. Почему? Оно даже лучше, чем array. Тут методы проходят. Hello name. Ради бога. Дана строка Bob, например, вернуть Hello Bob. И вот примеры. Передается Bob, возвращается Hello Bob Alice, Hello Alice X, Hello X. Осталось только... Конечно. Она еще меня не тупила. А он методы понимает, если я ему да. Строку. Да. Вот, да. Сигнатура. Понятно. Интернет ну, еще. В принципе, это надо садиться читать методы. Короче, этот прислонник за префикс вот этот просто, да? Там как-то 12, скорее всего, как там который добавляет вообще. Ну и что прислонить. А тут их можно вызывать, вот эти вот? Вызывать? Не, надо все печатать, оно автоматически не вызывается. В этом-то вот, и... Где мы там, подожди, сейчас мы что-то чтобы печатали, что-то, да, такое похоже? Да. String метод. Сейчас он, видите, тянет интернет. Тут такого нету, что ты сидишь и нажал name, точка, и тебе перечень методов. Не-не-не. В этом в coding бете нету такого. Ты должен эти методы уже знать и писать их вручную. Весь метод. Нет, тело метода нет, имя. А, имя. Да, он поймет. Но имя есть, я имею в виду вылазит, как в этом.
Подсказка. То есть я создаю стринг и называю просто метод, а он к нему не сможет обратиться, да? Как он называется? Метод стринг. О, наконец-то вот, ожил. Здесь. Ну вот, смотрите, как сделать, написать этот метод? Что нам надо вернуть? Hello плюс name, да? Почти. Ну, это не заработает. Да, то есть все через пробу. Пишем go. Да. И вообще ни одно. Все тесты завалил. А чего? А чего? Вот что мы должны были получить. Вот что мы получили. Да. Его никто, кстати, не замечает. Большинство все так. Да, и... Сделаем знаком восклицания. Все шикарно. Как еще можно сделать через форматированный вывод? Да. Можно сделать string, в нем есть метод format. Формат, по-моему, через E. Делаем hello. S, знак восклицания, тут пишем name. Пожалуйста. Помните вот этот system out printf? Вот такой метод, который возвращает в форматированном виде. А он получается hello name, это уже как бы готовый массив, просто ему нужно добавить какую-то операцию. Ничего объявлять не нужно, просто возврат какой-то определенный. А return ты в скобках указывал? Ну, дальше. Ну, это string формат. То есть это метод отдельный. Это такое для... Не, перед этим было. Было вот так вот. Return. Я должен вернуть hello, да? Угу. Должно быть name. И должен быть знак восклицания, правильно? Вот по сути, вот этот вот текст будет равняться вот этим вот. Просто name в методе будет каждый раз меняться. Передавая в метод разные неймы, он всегда будет возвращать какой-то hello, name и знак восклицания. Какое бы имя мы ни передали, он его запихнет вместо вот этого вот X, Alice или Bob и вернет там нам. Там массив, просто имен уже готово, получается, да? В тесте. Вот тут вот он запускает, когда тесты запускают, у него есть какие-то имена в базе, и он тестирует так. Я передал такое имя, вывод должен быть такой, что я получил. Если оно сбегается, то ставит ок, и так дальше. То есть, здесь работает только с ретерном, да? Конечно. Смотри сигнатуру. Нет. А почему? Вот какая сигнатура метода. Метод должен вернуть string. Тут за вас уже написана сигнатура, вы смотрите. Давайте посмотрим другой метод. Что такое кнопочка chance? Ну, типа наугад, я так понимаю. Вот, метод makeABBA. Методу передается две строки A и B. Вернуть результат сложения их вместе в порядке A, B, B, A. Например, вы получаете high и buy. Должны вернуть high, buy, buy, high. Все, у вас есть два параметра. Вы должны написать логику. То есть тоже делается через один return. Тут вообще просится A плюс B плюс B плюс A. Проверяем. All correct. Ну, простенький, да? Хорошо, давайте. Уже замашку здесь, на это. А? Чтобы завтра уже не приносить, делаем это сейчас. Не-не-не. Я хочу что-то посложнее.
without end. Дана строка вернуть версию без первого и последнего символа, таким образом, чтобы hello превратилось в well. Длина строки будет минимум два символа. Да. Какой из сабстрингов? Не, нам уже тут надо, смотри, обрезать с двух сторон. Не до конца. Первый символ и последний убрать. Значит, второй используем. То есть, что нам надо за сабстринг? ST. Точка. Видишь? А чего не поползает? Ничего. А потому что нету тут такого. Потому что это не идея. Да. Ну, я же спрашивал, выползает? Не. Он знает методы, но он их не подсказывает. Капец. Как же без выползателя? Ну, оно, ну, наоборот, круче. Сабстринг какой? С первого, да? Хоть скобку закрывайте. Минус два, да? Просто что удобно в этом выползающем тексте? Не, можно просто, когда ты печатаешь вот так вот тут код, нужно ошибиться в букве просто. Ну. Название метода? А, не, опечатку вот реально можно сделать просто бездумно. Звездочку даже дали. А? Звездочку дали. Не. Сильно круто. Звездочку, короче, дают, когда вы проходите определенный процент. Там за 4 или 3 задачи звездочку. У меня товарищ до сих пор не может понять, почему эти звездочки дают. Я с него ржу не могу. С нуля. Но этот не включен. Последний символ же не включен. Считается нуля. То есть первый, смотри, первый символ мы не учитываем. То есть начинаем с substring с единицы. Единица включается в счет, а это не включается. Да. А что пишет? Посмотри тесты, проверь. Тесты проходят или нет? Lens, ты после lens поставил вот эти скобочки, открывающиеся и закрывающиеся? Да. А lens правильно написал? ГТХ. ГХТ. ТХ. Че, блин? Я же говорю. Не, ну оно должно тебе подчеркнуть было, Лэнс. Подчеркнул. Ну вот, видишь, там уже ошибка. Я же говорю, блин, о, звездочка. Я вот не могу одного понять. В каком бате кто-то за меня, или я был в бессознательном состоянии. Под моим аккаунтом пройден весь формат. Я вроде никому не давал свой аккаунт. Ну так зато прошел. Две звездочки там. И все. Да. Давайте посмотрим вот этот вот последний. Решаются они вот так вот. Не столбики, раз, два, три. Тоже есть. Решают. Так, первый столбик, второй столбик, третий. Потом такие, блин, почему так легко сейчас, если только что было неимоверно тяжело. Там решили последний какой-то. Строчку. Так оно видно, как эти галочки ставятся. Ну, next можно. Ну, next там, да, если вручную пользоваться, то нет. Так, дана строка. А что мы without x2? Угу. Если один или два of the first two chars is x, return the string without those x chars. And otherwise return the string unchanged. This is a little harder than it looks. То есть, если один или два первых символа содержат x, надо их удалить. Надо их вернуть. Да, удалить и вернуть строку без них. Допустим. If.
дерибанить как-то сначала, да? Потом сравнить, а потом. Да, можно и так. Но только единственное, что... Подожди, как? Пустой чар, а не пустой чар. Ну, просто двери открываешь и закрываешь, и без символа. Ну, можно. Только надо, чтобы первые два икса заменилось. Да, если вдруг он там проверки сделает третий или четвертый, скажешь неправильно. Так, второй полуэлис, просто несколько раз. Да, да, да. Но если он будет не... Первый. Ну такое. Ну тут уже через их. То есть, в принципе, можно вот эти вот штуки писать в идее, да? Потом... Да, как вариант можете писать в идее. А потом сюда закопировать. То есть, ну, что тут может быть написать? Допустим, если if. Как проверить первый символ? STR. Это массивом? Нет, это не массив. Char. Add. Давайте проверим сначала второй. Блин, тут надо реально... Если char add равняется x, то что мы сделаем? А когда он проверяет эти... Он не с нуля же начинает, да? С единицы начинает. С нуля. Я второй сначала проверяю. Просто если я первый изменю на пустое поле, у меня он сдвинет индексацию. Я иду от обратного. Если первый у меня равняется так, то я что делаю? STR. А, мы только маленький проверяем, да? Вокруг x большой. Replace. Да, посмотрим. Есть ли у меня replace по индексам? First это первый, который встретил. Char new chars. Нету. Да как мы будем делать? Так, подожди, char sequence также там. А, кого с кем менять? Хорошо. Да, я скажу так, что str у меня будет равняться str плюс str substring со второго, да? Это что мы сейчас сделаем? Ну тут тоже, тут еще надо будет сделать до этого проверку на длину строки, которая приходит. Да, для начала уже там меньше. Да, тоже тут свечу ошибку. Ну, сейчас напишем. Если так, и дальше мы проверяем. Если нулевой, да, ну, либо start with, тогда str. Либо replace, либо substring с первого. Допускаем. А, return не сделал. Return str. Все, короче. Видите? Ну вот. То, что я говорил, когда один символ и когда пустое, не прошло. Да? Блин, а что у тебя так красиво цветным отображается?
Ну так, закончиш базу, буде цвітник. Хорошо. Если есть проверка на второй символ, да, значит, что надо сделать? Я предлагаю сделать проверку и... Только сначала сделать, да? Если str length больше одного. Тогда мы делаем и так. А тут сделаем то же самое. Что еще можно? В принципе, работает. Ну, вариантов решения уйма. То есть методы можно replace было бы здесь уже использовать вместо substring. Тоже, ну, просто играйте с вот этими методами. Единственное, что да, их надо подучить. Что есть substring, charret, вот эти вот методы, знать, какой из них что делает. В принципе, тем, что мы сегодня рассмотрели, методы их будет достаточно. Это выписать шпаргалку. Ну, пожалуйста, имейте такую вот штучку. Открывайте. Ссылка, по-моему, есть у меня здесь. В string методы. Есть ссылка. Потом, по поводу стринга. Стринг у нас неизменяемый тип данных, да? Ну, если вы часто, допустим, в цикле каком-то текст разбираете и делаете конкатенацию со стрингом, то у вас каждый раз создается новый стринг. В принципе, память перегружается, не очень удобно. Для этого было создано два класса. String Buffer и String Builder. Сначала был создан String Buffer, потом уже Builder. В отличие от стринга, они mutable, то есть они изменяемые. Их можно изменять. Там есть свои методы, то есть конструктор, ну, посмотрите ссылки, не знаю, по-моему, на Хабр их дают даже. Не, на Docs Oracle. Такое, можете даже погуглить, как они делаются. Конструктор такой же самый, через new, методы append есть, методы то string потом в конце делаются. Ну, это потом уже, когда стринг будете знать, ну, на будущее. В чем разница между ними? Буфер, он thread safe идет, то есть в многопоточной среде он потокобезопасный. То есть вы можете, часто вот процессоры сейчас идут, несколько ядер имеют, да? Для чего это надо? Чтобы параллельно исполнялось несколько процессов. Сейчас у нас программа, мы пишем, оно одним ядром исполняется. Хоть у вас и 5 ядер, но его будет исполнять только одно ядро. Потому что вы ее никак не пишете логику, разбивку на два ядра. Программы можно писать, разбивать на несколько потоков, чтобы они одновременно исполнялись. Ну, там уже это чуть-чуть сложнее. Вот такая задача уже, ну, сложная на самом-то деле. И string buffer, он потокобезопасный. String builder не потокобезопасный. Поэтому буфер работает немножко медленнее, билдер работает быстрее. Ну, тоже в зависимости, если работаете в однопоточной среде, используйте билдер. Если многопоточные какие-то функции, будет буфер. Но это уже наперед. Почитайте, ссылки есть про них. На Хабре тоже есть отличия. Там в Wrappers. Учили мы с вами примитивные типы данных. Учили. У каждого примитивного типа данных есть свой ссылочный тип оболочка. Типа можно их обернуть в примитивный тип данных, в ссылочный тип данных превратить. То есть int можно превратить тоже в ссылочный тип данных и какие-то методы к нему прибегнуть. Да. Ну, то есть integer, есть для char это character. Это два класса.
Остальные названия совпадают. Double, long, float, boolean, short и byte. Единственное, что все с больших букв. Примитивы у нас с маленьких букв. Как это выглядит? Просто примитив. То, что делается со спином, можно сделать со всем. Ну, там чуть-чуть другие методы. Но... А там, конечно, методы есть что-то? Ну, там все статики. Да. Ну, я просто покажу, как он создается. Вы его, в принципе, использовать не будете, просто чтобы сейчас знали, как это делается. У нас есть, допустим, int. Int a равняется 5. Его можно сделать ссылочным. Ссылочный integer и, допустим, будет равняться. Можно создать new integer, передать сюда a. Нам тоже не рекомендуемо то же самое по принципу, как и string. Можно создать его неявно, integer и 2 будет равняться через статический integer value of и передать сюда a. Но тоже не рекомендуется, так как есть autoboxing, то есть автоматическое преобразование int в integer. То есть можем сделать integer. То же самое. А, в принципе, да, это будет в хипе. То же самое. А этот не рекомендуется, потому что есть намного проще. Вот так вот. Ну, да. То есть автоматический перевод из интеджера, из инта в интеджер осуществляется таким образом. И наоборот, мы можем сделать int b, который будет равняться и 3. Это боксинг и анбоксинг, то есть обертки. Ну, это такое, наперед забегая. Просто, чтобы вы знали, что есть у каждого ссылочного типа данных, какие примитивного есть свой ссылочная оболочка. Все. И по названию int будет интеджером, char – character, остальные похожи, из большой буквы. Но это... Пока голову этим не забивайте, просто знайте. Если хотите, то можно, почитайте. И давайте начнем, наверное, со стрингом мы закончим на сегодня. Дома вы порешаете все замечательные задачки. И что еще? Кодинг бет. Ну, постарайтесь сегодня, а потом тоже будет. И есть... массивы многомерные. Да? Я уже начинал про них говорить чуть-чуть. Представьте себе такую ситуацию. Случилась она. Мультиарейс. Да ладно, не все так сложно. Ну, дальше сложнее. Да. Есть у нас массив интов, нумс, да, пожалуй, так, да, 1, что у меня там было, create random, да, create and fill random array. Будет 15 от 0 до 25. Я создам nums 2. Представьте такую ситуацию, что я хочу создать массив, в котором я буду хранить не инты, не стринги, а массивы. То есть в каждой строчке будет столбик, получается. Ну, да. Как этот тип данных обозначается? Массив чисел, да, будет. В котором будет массив. Матрикс. Как его можно создать? Первый, самый простой способ. А, он так вот обозначается двумя.
Да. Я сразу присваиваю какие-то значения. Допустим, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Как оно выглядит? Ладно. Есть у нас такой массив, да? А print array сюда подходит, подойдет? Вряд ли. Чем же его распечатать? Как оно выглядит? У нас есть массив, да? А давайте, знаете, как я сделаю. А, мы же можем визуализатор запустить. Да, я так и сделаю. Это будет вообще красота. Он сразу покажет. Ссылка матрикс смотрит на какой-то массив. И в каждой ячейке хранится ссылка на массив, в котором уже данные. Ну, это сразу возвращает на первую версию Невера. Да, да, да. Оно самое. Сразу вспоминается любимый преподаватель. Который за кофе пополнение счета ставит пятерку. Как это еще визуально можно представить? Ну как матрицу. У нас есть, допустим, колонки, и у нас есть ряды, да, в матрице. Допустим, new. Как еще можно сказать? По умолчанию можно создать, сказать, что у меня, допустим, первое значение это сколько у меня будет вот этих вот ячеек во внешнем массиве, да? То есть, по сути, вот это вот 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 можно было бы еще представить в виде рядов и колонок. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Вот это вот у меня будут колонки. Вот это у меня будут ряды. Rows. То есть ряд 0, ряд 1, ряд 2. Да? Колонка 0, колонка 1 и колонка 2. Да, вот когда ты создаешь. По умолчанию ты говоришь, я хочу создать матрицу, которая будет 3 ряда и 4 колонки. Это по умолчанию.
все это мы комментируем, вставляем visual exception. То есть у меня будет массив из трех ячеек. Каждая ячейка будет смотреть на какой-то массив, у которого будет 4 ячейки. Вот. И все будут по умолчанию нулями заполнены. Правильно? Как мне доступиться каждой ячейке и записать туда какое-то значение? Все очень просто. Я говорю matrix. Я говорю, в каком ряду? В какой колонке? И говорю, присвоить какое значение. Да? Ну, это мы будем, блин, писать методы, чтобы заполнять от вот эту всю фигню. Да. Методы писать. Array utils у нас уже переполнен, да, вот говорили. Поэтому теперь мы с вами... Matrix utils. Да, создадим matrix utils. Утилс, пожалуйста. Утилс, правда. Что он будет делать, этот наш метод? Первый, какой будет create and fill, да? От нуля до какого-то значения. Единственное, что у нас будет возвращать, матрицу, да? Указать. Принимать будет int rows, int columns. Тут уже больше, тут одного сайза мало. Ряды. А как тело ты так быстренько в эти двери? Автоматически. Ну, в смысле? Ну, я ставлю одну, а она посредине, вторую. Это идея у тебя старая, наверное. А? Идея старая. Ну, сама программка у тебя еще такая устаревшая. А как оно в новой делает? Все. Ты, ну, ты же нажимаешь право, открывающиеся. А, не, ну, у меня закрывающиеся это... ставлю. Я когда ставлю, она мне не печатает, она мне просто перебрасывает наверх. Смотри, я набрал открывающиеся, поставила две. Mm-hmm. Ставлю закрывающиеся, она мне перебросила. Конечно. Да. И все. Так же самое, открывающиеся, закрывающие. Ну, ты смотри, ты открываешь скобку, у тебя сразу середину, да, ставит. Две. Ты сразу закрывающую ставишь, у тебя конец. Он не печатает еще раз, не дублирует печатает. Закрывающиеся. Просто... Не, я знаю, так у меня так делается. Ну, так все. Два раза это. Я думал, можно сразу каким-то хоткеем так. Две штуки. Как? Можно, кстати, и три делать, и четыре, и пять. А это куда вообще? Ну, во времени и пространстве еще. Ну да, то есть, представляете, уровни, да? А четыре? Четыре, пять. Ну, я не знаю, ну, человеческое сколько? Четыре времени. Ну, а еще время четвертое, да? И то тяжело будет еще это воспринять. А пятое, да, представьте, еще. Это уже не для человеческого ума. А? Ну все, да, кранты, как это осознать, уже тяжело.
Так, а что, бывают пятимерные матрицы? Конечно. Пожалуйста, свободно делай и пиши. Как их визуализировать? Зачем? Не, ну в визуализаторе можно попробовать сделать, но... Да не, он вот эти стрелки нарисует. Да. Но если так визуализировать, не, в скопе это тяжело. Понять. А, это может какой-то будет октайлер какой-то адский. Да, адский, вот именно что адский. Хорошо, теперь надо заполнить, да? Как мы будем пробегаться? Двумя форами. Первый фор почему будет пробегаться? По вот этому, по первому, да? Пишем for. Что он смотрит? А как узнать, сколько у меня рядов, а сколько колонок? Rows, lens. А если без переменной? Matrix, lens возвращает нам количество rows. Вот этих вот роусов. А есть height какой-то там, да? Да. То есть мы, верхний цикл пробегается по этому матриксу, да, по количеству. И внутренний цикл пишем, который будет пробегаться по каждой ячейке, да, матрикс итая, ставим точку, lens. То есть мы говорим первое, оно нам дает какой-то массив, и мы говорим, у этого массива длину на... Да. И говорим, что мы говорим, что matrix и j будет равняться я предлагаю от нуля и по самой не хочу заполнить, да, поэтому создадим переменную int и будет не i, int count какой-то будет равняться у нас нулю, да? После того, как мы присвоили count, мы его увеличили на единицу. Ну, чтобы было заполнено разными цифрами от, по увеличению от нуля до сколько-то там ячеек. Ну, вот так вот. Заполнил. Ну и не забываем ставить return matrix. То есть, а если у меня несколько, ну, трехмерный массив, то я... Еще вложенный цикл. Matrix, и то я потом matrix j-ная, да. Lens, туда лезу потом. Еще глубже. Еще глубже. Кого? Главное, не пытайся это представить. Тогда точно запутаешься, если больше будет. В глубину пошло. Не, ну 3 я еще могу представить, но дальше уже нет. Ну хорошо, вот я, допустим. Да подожди, шо вы. Вот есть у меня. Сейчас успеем все сделать. Matrix. Стричка уехала. Matrix. Сейчас я вернусь. Create and fill. Допустим, 3 на 4, да? А вот не задача. Мне же надо проверить, как оно сделало. Print. Кого print? Print matrix. Надо запихнуть. Вот так вот? Не, надо создать метод print matrix. А, ну да. Это мы сейчас и сделаем. Дай метод доделаем, подожди. Как сделать print matrix? По сути, метод особо ничем не будет отличаться от этого сильно. Тоже будет пробегаться по каждой ячейке. Только в отличие от create and fill, он будет выводить его на экран, да? Ну, то есть в логике будет просто system out and delay. Я просто возьму этот, скопирую, чуть-чуть поменяю. Он не будет ничего возвращать, будет void-овским. Будет называться у меня по-другому чуть-чуть. Print matrix. Перенимать он у меня будет какое-то
матрикс. Создавать ему уже ничего не надо. Каунт ему не нужен. Return matrix ему не нужен. Вот. Ну и присваивать, соответственно, этот каунт тоже не надо. Что я могу сделать? Вот у меня каждая ячейка. Я ее просто буду выводить на экран. Такой вывод чуть-чуть некрасивый. Он у меня тупо в один столбик выведет все ячейки. Правильно? Ну да, там надо принять, потом принтовать по выходу из цикла и будет покрасить. Да, я сделаю print. Плюс пускай он мне делает их через пробел, так как если, чтобы было какое-то отличие вот, цифр и чисел, чтобы она как-то различала, да? Пробелом. И каждый раз, когда я буду отступать на новый ряд, я буду делать system.out.println пустой. То есть один ряд я вывожу без переноса на строку. Цикл внутренний завершился, делаю перенос на следующую строку. Опять пробежался по ряду, перенес на следующую строку. Пробежался по ряду, перенес на следующую строку. Не пугаемся, я еще вернусь. Теперь ну, выведем на экран matrix utils, print matrix, matrix 3. Ну и запустим, что у меня получилось. В принципе получилось 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Чтобы красивенько все вывелось отформатировано, можно использовать string форматом. Ну, system.out.printf. Там уже играться. Флаги ставить. Такое вот, как это сделать. Допустим. Printf. Кого я хочу вывести? Матрица, это у меня целочисленный тип. И его длина должна быть, пускай, два символа. Потом отступ. Ну, вот так вот. Во. Чуть-чуть красивее делается. По-моему, чтобы по левому краю надо поставить будет минус. Да, вот так вот еще можно сделать. Ну, это уже string формат. Со system.out.printf, да? Можно использовать просто знак процента D, да? Тогда будет выводиться, ну вот, смотрите, да, она как-то... Десятка вылазит, потом единица, 11 вылазит. Некрасиво. Нету размерности столбиков. Можно сказать, что за каждым символом я хочу разместить область, равную двум символам. Тогда появится вот такая вот штучка. Раз. Выравниваться будет по правому краю. Если я хочу выравнивать по левому краю, то я спереди еще ставлю минусик. Перезапускаем. Минусик. Если я хочу по правому краю, чтобы у меня пробелы заполнялись нулями, я ставлю нолик. Я могу тут поставить 4 символа.
Вот так вот будет. Но это уже играете с этим форматированным вывод текста. Там, не знаю, Хорстман, Шилд, они их описывают, Google. Ну, кому как нравится. Ну, матрица это более-менее табличка. В табличку и превратим. Ну, мы с вами два метода. Ты что-то не возвращаешь. У тебя void или не void? Return делаешь? Или не делаешь? Ну, даешь тоже, что у тебя написано. Да? А тут? Ну, так не, она меня в какой строчке кода? В matrix utils, сейчас. Сейчас огляну. Mm-hmm. Ну, в принципе, на сегодня все. Завтра я расскажу вам, какие еще варианты получения этих матриц, как их можно создать по-разному. Честно, не знаю, никогда не пользовался. Думаю, может и есть. Матрицы, они, блин, используются в воспитательных целях, я бы так сказал. Чтобы чуть-чуть мозг поломать. Ну так, на сегодня все. Завтра посмотрим. А метод открой еще раз. Мне подсвечивает. Кого? Там, где void. Void? Ну, мне тебе тоже void светит. Красным? Uh-huh. Как называется метод? Create, да? Не поменяла название? Uh-huh.